Воздушные пузыри, сладкая вата, мороженое в подарок от команды губернатора, пирожки, аквагрим – все это было на празднике «Город профессий» в Центральном парке культуры и отдыха. Он прошел в День защиты детей. В организации праздника помогли Щелковский колледж, историко-художественный музей, торгово-промышленная палата, щелковские предприятия и предприниматели. Выступления творческих коллективов и многочисленные мастер-классы. Ребятам было чем заняться. Ой, там пожар, кажется, внутри какой-то. Чего, сухой мед? Все желающие могли также потренироваться в изготовлении роллов и плова. Составить представление о возможной будущей профессии можно было по выступлениям кинологов и пожарных. Помощь абитуриентам локации Щелковского колледжа. Здесь наглядно знакомились со специальностями, которым обучают в этом учебном заведении. Щелковские фольклорные и хореографические коллективы создали свою особую атмосферу. Праздничная программа длилась до вечера и стала прекрасным подарком жителям и гостям города. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.